сожалению, все когда-то заканчивается. И заканчивается наш слет. Но остается что? Остается всегда, всегда будет жить память об этом. Всегда будет жить высокое искусство. Вот Баха, Бетховена, 200 лет слушают и всегда будут помнить. Так же, как всегда будут помнить легендарную группу «Битлз». Well, she was just 17, you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So I couldn't dance with another. And I saw her standing there. Well, she looked at me, and I could see. And before too long, I fall in love with her. She wouldn't dance with another. And I saw her standing there. Well, my heart went boom when I closed that room and I held your hand in my ear. Oh, we danced to that night and we held an other tight, and before too long I feel in love with her. Now I'll never dance with another. Since I saw her standing here. When I closed that room and I held your hand in my ear. Oh, we danced to that night and we held an already tight. And before too long I'm feeling low in there. Now I'll never dance with another. Since I saw her standing there. Нам хотелось бы жить, как в сказке, чуть больше ласки, поярче краски, и не носить эти чуждые маски, которые жизнь неустанно срывает, словно в романе Булгакова. Мы выглядим все одинаково в глазах неизвестного Бога, невероятно красивые и прекрасные, но в той же степени безобразные. Мы пытаемся стать счастливее, даже когда до безумия счастливы. И почему мы друг другу так безучастливы? Надеваем хмурые лица, ищем причины, чтобы проститься, не любим полицию, продолжаем злиться. А ведь любая ложь — это старый и ржавый нож, обернутый белым ситцем. И как много таких ножей лежит у вас по карманам и торчит в кровоточащих ранах. Много набралось? Вот и я о том же. Это все как будто бы вскользь, а рубцы все равно остаются на коже. А залечить-то их хоть кто-нибудь сможет? Нет. Не залечится ни одним врачом. А хотелось бы, да? Мне тоже. А еще задумайтесь вот о чем. Если выпадет такой шанс на единственный реверанс в сторону времени и реальности, ну так, в теории, для формальности, будто есть единственная возможность изменить один важный факт из прошлого. Лишь один.
и не фактом больше. Отменить судьбоносную встречу или вычеркнуть один вечер, вставить слово в собственные речи. От вариантов голову кружит. Но допустим, что выбор сделан, и все изменилось в целом. И представьте, что стало хуже. Лишь одна крупица из биографии и утеряны письма без намека на каллиграфию, ценные фотографии или что-то еще поважнее. Например, очень близкие люди. Вы представьте, что их просто не будет, если мы поменяем судьбу. Вы понимаете, к чему я веду? Ну, а впрочем, жизнь странна до ужаса. Она кружится, как перо в лужице. И как ни крути, при любом желании и при всяком старании до гладкости не утюжится. שאתי דנה זה אף פעם לא מספיק הטוסיק של הקופץ' בדיוק לפי הקיק היא מחורה היא רק רוצה שזה ידביק אני בא לה ברוסית גברת, פתח התיק פתח התיק תפתח בגש פתח התיק Добрый день! А с вами команда «Никто». Ну и приготовили мы вам ничего. Ну, на самом деле, чтобы вы нас не забыли, мы приготовили свои лучшие номера. А еще вы забыли папку. На. Ребята, вы понимаете, что это не выступление, а бардак какой-то? У нас есть, чтобы показать людям нормально? Ну да, у меня есть фееричный танец. Давайте. Так, стоп! Это что за танец пьяных выпускниц? У нас есть что-нибудь другое? Песня. Давай. Посмотрела прогнозы, там тепло на все сутки, за окошком морозы, вот синоптики. Так что? Вы с ума сошли? Вы хотите этим удивить людей? Давайте к миниатюрам, ребята. Гайр. А тем временем уже многие студенты готовятся к армии. Итак, представьте, в одной из аудиторий техникума. Здравствуйте, студенты! Садимся, пишем. Не списывайте. Сиреневенький перпендикуляр. Пишите уже. Ну что ж, а теперь рубрика «Маленький юмор от большого человека». Итак, представьте, крот выбирает себе жену. Да пофиг, давайте любую. Итак, представьте, если бы в «Матрице» была бы одна таблетка. Эта таблетка даст тебе всю власть над миром. Ешь.
Итак, представьте, мама, которая любит хвастаться своим сыном, но не умеет. А мой сынок, знаете что? Что? Голубя сожрал. Кайф. Когда мы вернемся из радуги, нам всем придется сдавать экзамены. Итак, представьте, на экзамене. Здравствуйте, коллеги. Ну, пока еще не коллеги. Справедливо урезонили террориста сорвавшегося юнца. Тяните билет. Хорошо. Сила тока. Извините, у вас тут неправильно написано. Не сила тока, а только. Сила тока. Ну ладно, в конце концов, не русский язык сдаю. Сила тока измеряется в... Файзулаев, вы учили? Ну, я читал. Ладно, напишите мне на доске формулу энергии. Без проблем. Энергия — это буква Е. Большое Е. Заглавное Е. Так, пишите равно. Зачем вы прописью пишете? Как у нас обозначается равно? Параллельные прямые. Да не вертикальные, а горизонтальные. Так, буква М. Умножить на С. Молодой человек, вы что, не знаете, как пишется буква С? Да английская С. Пишите С. Да без буквы И. Отлично. В квадрате. Да С в квадрате. Да двойка в углу. Да не в том углу. Давайте подумаем, где же у нас двойка. И... мимо! Вы непроходимый тупица, Файзулаев. У вас есть одна минута, чтобы чем-то нас удивить. Пошел вон отсюда! Видит Бог, я вернулся только спросить. На какой вопрос именно я не ответил? Пошел вон! Блин. Так быстро пролетела вся неделя, и радости у нас в душе не счесть. Надеемся, мы вам не надоели. До новых встреч, до слета номер 6. С вами был студенческий совет Белокалитвинского гуманитарно-индустриального техникума. С любовью к радуге! Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах. Мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок. Солнечный день в ослепительных снах. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне. И есть чем платить, есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь,
Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Спасибо. Отделение, стройся! Ремень не поправил. Не сутулься! Опа! Головной убор нужно носить на голове. Иначе можно заболеть менингитом. Менингит – это очень страшная болезнь. От нее либо умирают, либо становятся дураками. Помню, мы как-то с братом заболели. Он умер, а мне повезло. Значит так, начинаем наши занятия. В небе летит самолет. Он сделан из алюминия. Не из алюминия, а из алюминия, товарищ прапорщик. Это кто сказал? Рядовой Сидоров. Рядовой Сидоров, выйти из строя. Упор лежа принять. Раз, два, раз, два, раз, два. Встать. Из чего сделан самолет? Из алюминия. Молодец, Сидоров, встать в строй. Летит, значит, наш самолет из алюминия. Везет он ядреную бомбу. Не ядреную, а ядерную. Опять ты, Сидоров? Да. Выйти из строя. Упор лежа принять. Раз, два, раз, два, раз, два. Встать. Какую бомбу везет там самолет? Ядреную. Молодец, Сидоров, встать в строй. Значит, везет он эту ядреную бомбу, и везет он ее прямо над нашей частью. Что нужно делать первым делом? Спасать товарища прапорщика. А это у нас кто сказал? Рядовой Сидоров. Рядовой Сидоров, выйти из строя. А остальные упор лежа принять. Раз, два, раз, два, раз, два. Встать. Становись, сынок. Значит так, вы у меня будете... Работать, работать и еще раз работать. А как же насчет учиться, учиться и учиться? А это у нас кто сказал? Это сказал Ленин. А вы у нас, Ленин, будете ходить в наряд и еще раз в наряд. Значит так, сегодня мы с вами будем ходить и грузить алюминиевые трубы. Не алюминиевые, а алюминиевые. А самый умный будет грузить чугуниевые. Товарищ прапорщик, разрешите вопрос. Разрешаю. Товарищ прапорщик, а если бы армии не было, вы бы кем бы были? Ой, пожарником. А если пожарных не было? Милиционером. Ну а если бы милиции не было? Ой, да что вы ко мне пристали, я бы все равно ничего не делал. Так, отряд, направо! Шагом марш! Левой, правой, левой, правой. Раз, два, сено, солома. Раз, два, сено, солома. Россия медленно, но верно возвращается к тому времени, когда служить в армии было не только престижно, но и выгодно. При этом неуклонно растет число девушек, желающих поступить на службу в вооруженные силы Российской Федерации.
моя родная мать. You with me is knowing and it's about to go. Patience, me. My love is a kid, but on stage I'm free. Hyped up, psyched up, ready for Wally. Standing in the crowd like girls to the island. I see the one I wanna see, call me a cutie. I wobbled around and said, what's up, baby? Слышно? Молодцы! Давайте вместе зажжем эту планету! Хватит, я прошу тебя, ну хватит. Я не стану нервы тратить с тобой. Лучше уходи к другой, знаешь, хорошо, меня ты знаешь, но совсем не понимаешь порой. Скоро я сойду с ума с тобой. Стоп, стоп, раз, два, три, четыре, пять, будем вместе петь и танцевать вместе, будем радоваться лету, будем вместе заряжать планету. Стоп, стоп, раз, два, три, четыре, пять, будем вместе петь и танцевать вместе, будем радоваться лету, будем вместе заряжать планету. Слушай, только сердце свое слушай, оно смотрит прямо в душу мою. Одного тебя люблю, значишь, для меня ты много значишь, и на ревность время тратишь. Зачем? Не придумывай себе проблем. Стоп, стоп, раз, два, три, четыре, пять, будем вместе петь и танцевать вместе, будем радоваться лету, будем вместе заряжать планету. Стоп, стоп, раз, два, три, четыре, пять, будем вместе петь и танцевать вместе, будем радоваться лету, будем вместе заряжать планету. Стоп, стоп, раз, два, три, четыре, пять, будем вместе петь и танцевать вместе, будем радоваться лету, будем вместе заряжать планету. Стоп, стоп, раз, два, три, четыре, пять, будем вместе петь и танцевать вместе, будем радоваться лету, будем вместе заряжать планету. Стоп, стоп, раз, два, будем вместе. Раз, два, три, четыре, пять, будем вместе петь и танцевать вместе, будем радоваться лету, будем вместе заряжать планету. Молодцы! Спасибо!
жаркий июль нам возвращает радость ушедших лет. Как хорошо мне с тобою бывает, и пусть для других секрет. Волосы мне ты взъерошишь рукою, губами коснешься щеки и спросишь, как раньше, какого же цвета лето. А лето цвета неба, огромное и синее. А лето цвета солнца, золотом расшитое. А лето цвета ивы, зеленое красивое. А лето цвета счастья, почти неуловимое. Мы как-то стеснялись друг другу смотреть в глаза. А теплые волны о чем-то шептались, и в небе смеялась луна. Пусть годы прошли, но мы давно вместе, и мне не забыть никогда. Спроси меня снова, какого же цвета лето? А лето цвета неба, огромное и синее. А лето цвета солнца, золотом расшитое. А лето цвета ивы, зеленое красивое. А лето цвета счастья, почти неуловимое. А лето цвета неба, огромное и синее. А лето цвета солнца, золотом расшитое. А лето цвета ивы, зеленое красивое. А лето цвета счастья, почти неуловимое. Солнце-то яркое, белое горит. Ой, ночи темные, да горячие объятья. Сердце-то девичье, ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею врать я. Любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете. Да не судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой, любимый мой.
ковыль до самой до зари. Долго ли, коротко, а на двоих дорога. Сердце для девичья ты заговорил. Ой, люди добрые, да не судите строго. Любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете. Да не судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой, любимый мой, любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь, да конь твой вороной. Любимый мой, один такой на свете. Да не судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой, любимый мой. Спасибо. Спасибо большое. Конкурс приветствия. Команда Белокалитвинского гуманитарно-индустриального колледжа заняла 3-е место. Я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Твое имя давно стало другим, глаза навсегда потеряли свой цвет. Пьяный врач мне сказал, тебя нет. Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел. Но я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. Я ломал стекло, как шоколад в руке. Я резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к тебе. Я смотрел в эти лица и не мог им простить того, что у них нет тебя, они могут жить. Но я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой. В комнате с белым потолком, правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. В комнате с белым потолком, с правом на надежду. В комнате с видом на огни, с верою в любовь. А мы продолжаем. Еще? Как известно, у нас сет называется «Мастер на все руки». Поэтому два основных конкурса – это, конечно, профессиональное мастерство и конкурс «Видеоруков». Вначале клятвы надо вставить. Проще мастерство. Награждаем.
Спасибо. Донской правительственной академии.
Известно, что на Кавказе такие темпераментные и настойчивые парни. Давайте подумаем ситуацию, если бы на этом месте была бы девушка. Аплодисменты! Эу-оу, парень! Твоей маме невестка не нужна? Нет. А тебе кто-нибудь говорил, что ты красивый? Нет. Ты очень красивый. А давай познакомимся. Меня Лариса зовут.
Я вообще-то свою девушку жду. Ну так давай вместе подождем. Я никуда не спешу. Слушай, что-то не идет твой девушка. Наверное, забыл про тебя. А я бы про такой красавец никогда бы не забыла. Я не хочу с вами знакомиться. Ах, какой дерзкий, а? Так не хочется тебя здесь один оставлять. Девушка, отстаньте, мне неприятно. Неприятно? Вот. А это я еще не на приори подкатила. Ситуацию. Как мы ехали в Радугу? А, салам алейкум. Вот, короче, Эй, салам алейкум. Алейкум, здрасте. Че, откуда, куда? Мы студенты, активисты, волонтеры. Волонтеры, главное. Стриптизеры? Волонтеры. Волонтеры, активисты. Мы студенты. А, это, у моего Мохаммед этот есть, понял, кафе. Выступить не хотите там? Танцы, мы шманцы. Студенты, вы понимаете? Мы студенты. Алло, салам алейкум. Мохаммед, ты? Что несешь? Короче, понял, у меня тут активные стриптизеры есть. Волонтеры! А, загмо. Понял, сколько? 10 000 каждому? А какой стриптиз называется? А, брат, едем. All that I have is all that you've given me. Планет нас не манит по ночам, а может нам только снится. Зачем мы встретим рассвет опять в неоновых лучах, и завтра все повторится. Гляди, ты помнишь меня, ведь это были я и ты. Летали за облаками. Зачем, скажи, люди мысли, песни и мечты скрывают за семью завтками. Махнем со мной на небо, оставь на распашку окно. Безумно и нелепо, как забыто в кино. Летим высоко, любить друг друга в небе, не звезды, а облаков. Помаши мне рукой, мы на другой планете. Придумали любовь и свежий ветер. Увидишь, как небо уходят корабли, как закат торжественно печален.
там, внизу на земле мы это видеть не могли. Мы сами себя не замечали. Так необыкновенно внизу проплывают моря. Впервые во вселенной только мы, ты и я. Летим высоко, любить друг друга в небе. Нет звезд и облаков. Помаши мне рукой, мы на другой планете. Придумали любовь. Сейчас тогда твой сон, чуток чуток невесом. И первый лучик солнца к тебе заглянет в дом. А может кто проснется, вдруг приходят сны о небе на руках. Сны о теплых берегах и странах. И вроде странно, будто ты все это видишь с высоты. И кто-то есть с тобой рядом. Обидно, просыпаться надо. Вот верь, чем кто твердит, что на другой планете любовь и свежий ветер. Так необыкновенно внизу проплывают моря. Впервые во вселенной только мы и я. Улетаем с тобой, с тобой остаться в небе. С тобой остаться в небе. С тобою остаться в небе. Как хотелось остаться в небе нам. Хотелось остаться в небе с тобой. Хотелось остаться в небе. Как хотелось остаться. ДПТК с любовью. Итак, команда ДПТК не уходит со сцены. Даже со сцены. Потому что вы потом опять будете нужны. И как вы, наверное, уже поняли, что победителем слета стала команда Донского промышленно-технического колледжа. И, пожалуйста, Тигран, ты как капитан. Хлопаем, хлопаем. Давайте, пожалуйста, грамоту. Давайте. А еще обратно собираем, да? Давайте. Кому микрофон еще? Кто на Черном море ни разу не бывал, я уверен твердо, много потерял. Есть на Черном море, ты должен это знать, лагерь, о котором хочу вам рассказать. Радуга, радуга, лагерь, о котором хочу вам рассказать. Радуга, радуга, лагерь, о котором хочу вам рассказать. Радуга, радуга, но летом почему-то тянет нас сюда. Радуга, радуга, но летом почему-то тянет нас сюда. Тебя
всегда здесь встретят подруги и друзья. Здесь солнце ярче светит, приветливей волна. Поправим мы здоровье и славно отдохнем. И много новых песен услышим и споем. Радуга, радуга, и много новых песен услышим и споем. Радуга, радуга, и много новых песен услышим и споем. И все вместе. Радуга, радуга, и много новых песен услышим и споем. All together now. Радуга, радуга, и много новых песен услышим и споем. До встречи в следующем году. Это что-то плоховато. Или хорошее. Раз, раз, раз. Это мы заберем. Это вы заберете. Слушайте, ребята, знаете, говорят, что все хорошее быстро заканчивается. А я скажу по-другому. Все-таки все хорошее, оно имеет продолжение. И я думаю, что на следующий год, учтя все промахи и ошибки, каждая из присутствующих команд, заранее подготовившись как надо, прибудет на этот слет. И здесь будет столько же команд, сколько и было раньше. Как говорит Медведев, да? У нас все хорошо, но денег нет. Но к тому времени, может, у нас и деньги будут. Дорогие ребята, завтра вы все отъезжаете. Попрощайтесь сегодня с солнцем, с морем, с морским, с друзьями. Дискотека сегодня будет. И, ребяточки, кто еще не брал, берите календари. Себе, друзьям. Это самые известные вертолеты, которые продаются у нас во все уголки мира. А выпускает их социальный партнер Донского промышленно-технического колледжа «Росвертол». Так что набирайте максимально, дарите в науке на вахте прямо стопочки. То есть все вот... Не забудьте набрать календари. Наталья Георгиевна, вам трубочку. Ребят, первое, мы продолжаем традицию. И обязательно сейчас выходим все вот сюда, у главного входа. Общая красивая фотография на память. 5-й юбилейный слет.